Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Предлагаю вам связать вместе со мной вот такой красивый узор сетка. Смотрите, здесь так оригинально складываются петли над отверстием, такая как будто елочка получается, да? Это с лицевой стороны узор так выглядит, с обратной стороны он выглядит как будто бы такая резиночка. Дырявенькая, да? Очень хороший узор на лето. Сейчас актуально самое то вязать, потому что лето у нас впереди. Для того, чтобы связать такой узор, наберите нечетное количество петель. Я набрала 21 для своего образца. И провяжите первый установочный ряд изнаночными. То есть, вот видите, вот у меня был здесь установочный ряд изнаночными. После того, как провяжете установочный ряд изнаночными петлями, начинаем вязать первый ряд. Первую петлю мы снимаем кромочную, далее провязываем 2 петли вместе изнаночной. Вот таким образом. Далее делаем накид, 2 петли вместе изнаночной, накид. Вот и весь раппорт этого узора. Смотрите, на спицах осталось 2 петли. Только что мы провязали 2 петли изнаночными. Делаю накид. И вот эту петлю провязываю одну изнаночной. Почему нам нужно было нечетное количество петель? И провязываю кромочную. То есть вот для того, чтобы у нас узор был симметричен, вот эта петелька нам здесь нужна была. Дальше. Следующий ряд. Второй. Изнаночный. Снимаем первую кромочную петлю, дальше смотрим. По рисунку у нас тут лицевая петля, провязываем ее, дальше идет накид. Накид провязываем изнаночной, то есть мы с вами вяжем резинку 1 на 1. Там, где видим лицевые, вяжем лицевые, там, где у нас накиды, вяжем изнаночные. Следующий ряд, это у нас будет третий ряд. Снова вяжем резинку 1 на 1. И в лицевом ряду она у нас начинается с изнаночной петли. То есть мы кромочную сняли, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Как начинался ряд изнаночной, так и заканчивается он изнаночной. Кромочную провязываем. Следующий, четвертый ряд. Это у нас изнаночный ряд. Да, у меня уже видно. Здесь вот такая вот резиночка прямая получается. Провязываем точно так же по рисунку резинкой. 1 на 1. Закончили четвертый ряд. Разворачиваем вязание, и у нас закончился раппорт узора в высоту. То есть всего 4 ряда. Я вам напомню, в первом ряду мы с вами провязывали 2 петли изнаночных, делали накид. Во втором ряду мы провязывали лицевые лицевыми накиды изнаночными, и еще 2 ряда провязали как резинку. Все, далее мы продолжаем и чередуем эти 4 ряда. Вот такой вот узор красивый. Сетки у вас получится. Я надеюсь, что узор вам понравился. Я объяснила все подробненько. Если вдруг возникли у вас вопросы, пишите их в комментариях. Желаю вам красивых изделий на лето навязать. Встретимся в новых видео. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!